Представители Адмтехнадзора и регионального оператора в среду отправились в совместный рейд по проверке договоров на вывоз мусора. Кафе на Валовой улице. Руководства на месте нет. Инспектору Адмтехнадзора предложили поговорить с владельцем кафе по телефону. Инспектор Ибатуллин, Госадмтехнадзор Московской области. У нас, смотрите, совместный рейд с региональным оператором по проверке договоров на вывоз отходов. Вот у вас на этой точке есть договор заключен? Заключен. Вы могли бы подъехать, показать или, может, молодой человек? Инспектор заполняет уведомление для владельца кафе, в котором указана дата визита в Адмтехнадзор с необходимыми документами. Следующая остановка в магазине промышленных товаров на Кооперативной улице. Руководство также не оказалось на месте. Разговор состоялся по телефону. Договор на вывоз отходов есть? С региональным оператором. У них есть, но не с региональным оператором. Есть. Есть? А вы имеете в виду, я даже письмо писал, да, региональному оператору даже письмо писал. Письмо писал. Слушайте, нужно будет с вами тогда как-то увидеться воочию, чтобы вы показали, что вы писали, какой у вас договор есть. Выяснилось, что у хозяина магазина договор на вывоз мусора есть, но не с региональным оператором. Каждый мусорообразователь по федеральному закону должен заключать договор только с региональным оператором. То есть это определено законодательством 89 ФЗ об обращении с отходами производства и потребления. Если у них таких договоров нет, они уклоняются, тогда на этот случай предусмотрен административный штраф. 400 организаций из 1700 не имеют договоров с региональным оператором на вывоз мусора. Расчет идет, исходя из вида деятельности юридического лица. Наверняка юридические лица не заключают договоры в целях экономии. Не могу сказать, по какой причине юридические лица не идут на контакт, не заключают договоры, потому что основная часть все-таки имеет договоры, заключили и осуществляют свою деятельность уже законно. По словам Олега Ибатуллина, инспектора Госадмтехнадзора, за отсутствие договора с региональным оператором выписывается штраф для юридических лиц от 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 30 тысяч. За отсутствие договора с региональным оператором должностные лица могут быть оштрафованы от 10 тысяч рублей и выше. Ирина Белякова, Михаил Кирсанов. Программа «События».